Мне очень приятно, что мы опять вместе. Кто был на лекции утром? Кто не был? И кто еще не понимает вопроса? Меня зовут Кент Ховенд. Я преподавал науку старших классов 15 лет, а в последние 10 лет я путешествую, читаю лекции на тему «Сотворение, эволюция и динозавры». Перед этим мы узнали, что Библия говорит о возрасте Земли. Библия учит, что Бог сотворил весь мир за 6 дней, около 6 тысяч лет назад. Не миллионы лет назад. Я хочу поговорить про Эдемский сад, о том, как он выглядел. В Библии во 2 Петра 3:3 написано: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Вы знаете, что есть люди, которые насмехаются над Библией? Я встречаюсь с ними регулярно, я их привлекаю как магнит. Там говорится, что они будут поступать по собственным своим похотям. И причина этого не в науке, а в их грехе. Нет научной причины для отвержения Библии, но некоторым людям не нравится эта книга, они не хотят, чтобы Бог говорил им, что делать и как поступать, потому что мы будем осуждены согласно Библии. Ругатели будут поступать по собственным своим похотям и говорить, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Это важная фраза, мы говорим о ней на видеокассете 4. От начала творения все остается так же. В следующем стихе написано, что «думающие так не знают». На греческом это значит «тупой по собственной воле». Ругатели не хотят знать о двух вещах. Первое, они не хотят знать, что Словом Божиим небеса и земля. Заметьте, что здесь больше, чем одно небо. Ругатели не знают, что Бог сказал Слово, и небеса появились. Это безграничная, совершенная сила. Они не знают, что Бог сотворил небеса словом. И потом здесь говорится, что небеса и земля составлены из воды и водою. Как понять этот стих? Мы говорим об этом через несколько минут. Ругатели не знают о сотворении. Они не понимают, что произошло 6000 лет назад, когда Бог сотворил небо и землю. Потому что то время сильно отличается от нашего. В следующем стихе написано, что ругатели не знают о потопе, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Этот мир был уничтожен потопом 4400 лет назад. Поэтому ругатели не знают о создании, и они не знают о потопе. В следующем стихе написано, что тот же мир сохраняется огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Это грядущий суд, который придет и в ваш город. Ругатели не знают о сотворении, они не знают о потопе и не знают о грядущем суде Бога. Они не хотят допустить, что Бог сотворил мир, потому что это значит, что Он владеет миром и в мире есть правила. Кстати, правила существуют, независимо нравится вам это или нет. И они не допускают потоп, потому что это значит, что у Бога есть право судить творение. Это мир Бога, и Он может его разрушить, если Он захочет. И они не допускают грядущий суд, потому что это значит, что им придется дать отчет за все грехи, как написано в Библии. Как-то я увидел наклейку «Иисус скоро придет, и какой он злой». Ну давайте поговорим о сотворении. В первой главе Бытия написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». А в пятом стихе написано «И был вечер, и было утро, день один». Это Библия версии короля Джеймса, если вы говорите на английском, вы должны ее читать. Я коллекционирую разные переводы, и у меня есть около 40, но некоторые версии изменены. Во многих нет слова «кровь», из многих выкинуты целые стихи. Многие стихи выброшены из некоторых новых переводов. И этому есть много причин, о которых мы говорим на видеокассете 7. В переводе короля Джеймса говорится «день один». Разговор идет о определенном дне, о первом дне. Я решил посмотреть, что пишется в других переводах Библии. Вот, например, исправленный стандартный перевод. «И был вечер, и было утро, один день». Подождите, в версии короля Джеймса говорится «день один», определенный день. Здесь написано «один день», очень неопределенно. В стихе 8 вместо дня второго написано «второй день». Почему так произошло? Просто переводчики этой версии не верят в буквальное шестидневное сотворение, они верят в теорию разрыва. Вы слышали о этой теории? В этой теории говорится, что между двумя первыми стихами Библии находится
миллиарды лет. Они говорят, что в этом разрыве жила раса людей до Адама. Это то, чему учат в учебниках? И даже многие христианские школы учат этому. Это находится и в некоторых Библиях, и, как мы увидим, это неверно. Они говорят, что между двумя первыми стихами Бытия находится просторный период для всех геологических эр. Они говорят, что тогда произошел мятеж и суд над Люцифером. Подождите, здесь кто-то был до Адама? О чем они говорят? И все же, когда был сброшен Люцифер с неба? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Исход 20.11. Это часть 10 заповедей. Бог это написал сам на камне. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Я не вижу места теории разрыва. Мне кажется, что Бог говорит, что Он сотворил весь мир в течение 6 дней. Непонятно ли это? Если вы посмотрите на вторую часть стиха, «а в 7-й день почил». И если между первым и вторым стихом разрыв, то тогда это уже не 7-й день. На протяжении всей Библии этот день назван 7-м. 7-й день – эта фраза упоминается много раз. Также мы узнаем из римлян, что смерть появилась из-за греха. Ничего не умирало до грехопадения Адама. Библия ясна, человеком вошла смерть. Смерть царствовала от Адама до Моисея, написано в римлянам. Человеком пришла смерть, и в Адаме все умирают. Ничего не умирало до греха Адама. И Библия говорит, что последний же враг истребится – смерть. Но если смерть уже была до Адама, тогда смерть – это не враг, это часть создания. Но Библия говорит, что смерть вошла через грех человека. И мы знаем, что Люцифер не был сброшен с неба между первым и вторым стихами, потому что в Иезекииле 28 говорится, что он находился в Эдеме, доколе не нашлось в нем беззакония. Но если Люцифер находился в Эдеме, пока в нем не нашлось беззакония, и Эдемский сад не был сотворен до 6-го дня, тогда он не мог упасть с неба до 1-го дня. Мы также знаем из Иова 38, что все сыны Божии восклицали от радости. Это ангелы. Все ангелы были рады творению, поэтому сатана еще не упал с неба. Мы также знаем, что Бог посмотрел на все и сказал «хорошо весьма». Это не было бы очень хорошо, если бы уже был плохой сатана. Все было очень хорошо в конце первой главы. Вот проблемы с этой теорией. Она была придумана в 1814 году, и это нестандартная позиция церкви. Она придумана шотландским проповедником, и эта теория противоречит Писанию, также ставит смерть до греха, говорит, что сатана упал до дня шестого. Теория разрыва противоречит Писанию, науке, и она лишняя. Цель теории, чтобы Библия сказала, что Земле миллиарды лет, но Библия этого не говорит. Они пытались компрометировать Библию современной теорией эволюции, и это ошибка. Это делать не нужно. Библию надо читать и делать, что там написано. В конце Библия все равно будет права. Я также взял другие переводы, например, перевод «Живой Библии», чтобы посмотреть, что там написано. Кен Тейлор сказал: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод. День третий». Я подумал, что это хороший перевод, пока я не увидел сноску. Внизу было написано, буквально, «период времени». Он говорит, что день – это вообще не день. День представляет собой длинный период времени. Вы слышали о этой идее? Это называется теорией периода дня. Они также используют 89-й псалом «тысяча лет, как день вчерашний», и 2 Петра 3:8, что у Господа один день, как тысяча лет. Но я хочу сказать, что ни один из этих стихов не говорит о создании. Здесь говорится, что время ничего не значит для Бога. И мы знаем, что они не говорят о создании, потому что в третий день Бог сотворил траву, растения и деревья. На четвертый день Он сотворил солнце. И если дни — это миллионы лет, то скажите мне, как выжили растения без солнца на протяжении миллионов лет? И насекомые, опыляющие растения, появились на день пятый. Как насчет субботы? Люди должны работать 6 миллионов лет и только потом отдыхать? Это бессмысленно, нет. Это были нормальные дни, как сегодняшний.